Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Хочу вам сегодня рассказать про очень старый рецепт, который моей маме продиктовала бабушка Улита. Была такая, Царствие Небесное. Этот рецепт помогает от болей подагры. Он не вылечивает ее, конечно, но, по крайней мере, останавливает и не дает ей расти. Если вы будете 3 раза в день мазать то место, где начинается подагра. Ну, естественно, вы должны думать о мочевой кислоте своей в организме. Вот, следить за ней, поменьше есть белка и всего такого. Ну, для этого есть много роликов в Ютубе. Итак, нам надо растолочь таблетки анальгина вот, в порошок и засыпать их в йод. Вот мы перемололи, получилась вот такая вот в пыль. Вообще надо перемолоть, чтобы очень легко попадал он в бутылочку, потому что горлышко очень маленькое. Вот, и теперь засыпаем его в бутылочку. Делаем вот такую вороночку из бумаги и потихонечку ложечкой маленькой засыпаем. После того, как мы засыпали его, надо очень тщательно и долго все это мешать, чтобы оно растворилось. До, может, на камере не видно, там будет молочная жидкость молочного цвета. Вот. И применять это дело надо 3 раза в день, если у вас сильно начала болеть уже нога. И вот такой копеечный метод бабушкин. Наши бабушки применяли очень-очень долго и до сих пор применяют. Поэтому пользуйтесь, очень помогает действительно, замедляет рост подагры. Ну и следите за мочевой кислотой в крови, сдавайте анализы, вот, поменьше ешьте животного белка, вот, и следите полностью за мочевой кислотой, и тогда подагра расти не будет. Ну, по этому поводу роликов очень много в интернете, поэтому пожалуйста, смотрите, выздоравливайте и не допускайте до подагры. Все, всего доброго. Ставьте лайки, жмите колокольчик. До свидания.